Всем доброе утро! Меня зовут Дубровская Надежда, и я эксперт красивых волос. Ухоженные, сияющие здоровьем волосы являлись всегда очень важной частью во внешности женщины, девушки. И поэтому сегодня я вам расскажу о том, как защитить волосы во время термического воздействия. Сушки феном или использование утюжка и плойки. Горячий воздух и высокие температуры разрушают кутикулярный слой наших волос, следствием чего является сухость, а затем и ломкость. И поэтому необходимо использовать термозащитные средства, такие как крем или спрей. Для тяжелых и плотных волос лучше использовать спрей, чтобы в дальнейшем не переутяжелить в укладке. А для тонких и малообъемных волос мы можем использовать кремовую текстуру, тем самым мы немножко уплотняем материю волоса. Какое же количество средств взять, спросите вы. Если говорить о креме, то достаточно будет приблизительно дозы с лесной орех. Распределяем в руках, наносим на длину, особое внимание уделяя концам. Если говорить о спрее, то достаточно 5-7 спрыскиваний на длину, и все, мы приступаем к укладке. Термозащитные компоненты активизируются именно при взаимодействии с температурой, создавая защитный слой на поверхности волоса. Тем самым мы сохраняем плотность, силу, блеск, мягкость волос. Многие пренебрегают термозащитными средствами, но это очень важный момент в уходе за волосами. С вами была Дубровская Надежда, и не забывайте, красота в деталях.